Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. В страсти к разнообразию, особенно мелочах, может проявиться мотив его жизни. Это человек, знающий себе цену, уверенный, что появился на свет для того, чтобы занять значительное место в обществе. Этой цели они посвящают все свои силы и способности. Иногда носители этого имени способны к довольно жестоким поступкам. Они уверены в себе и эгоистичны. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Буква «Т» дает человеку настырность. Значение буквы «Ю» символизирует упрямство и настойчивость, взрывной темперамент, непредсказуемость, желание выделиться из толпы, стать центром внимания. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность, любвеобильность, а также желание выделиться и стать кем-то более значительным любой ценой часто бывает причиной многочисленных конфликтов с окружающим. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Носителю этого имени нужно постоянно работать над собой для устранения негативных проявлений. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.